по текстам читал в одном из интервью на твоем официальном сайте, что песня «Вернись», которая воспринимается многим как обращение там, к девушке, как романтическая песня, на самом деле это про наркотики. Это песня о том, что не... вернись, пока еще не поздно. Да. Да, это действительно, там каждая песня в первом альбоме называется «Эпилог». Почему такая ирония, я начал с «Эпилога», и потом перешел дальше. Как бы первый альбом, очень много песен обращены к смерти. И эта песня... А почему заговариваешь смерть тем самым? Почему так получилось? Или... Нет, я... Песня «Вернись», она вообще сама по себе тяжелая, красивая песня, но тяжелая. И тяжелая по смыслу или в музыкальном? Она тяжелая по смыслу. Угу. По тексту. По содержанию, по музыке. А, и по музыке, да? И вот она так, допустим, она говорит о том, что не надо этого. Вот, не надо. Не надо наркотиков. Не надо. И настолько там крик этот, я надеюсь, что я достучался до многих людей. Уже было очень много отзывов, что эта песня поражает. Кто понимает, о чем идет речь, что это, естественно, никакой не девушки. Это идет речь о человеке, который попал в эти сети. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».